Ремонт офиса врача общей практики, установка уличного освещения и благоустройство – все планы для жителей Ясашны-Ташлы могут так и остаться мечтами. Проблема одна – местный совет депутатов, состоящий из большинства членов партии КПРФ, отказываются принимать бюджет поселения. Не хотят слуги народа взаимодействовать с администрацией поселка. Это наше мнение инициативной группы. Мы поддерживаем главу с целью того, чтобы развалить село. Мы как можем противостоим данным действиям. И очень надеемся, что население нас поддержит и главе дадут работу. Основные параметры бюджета на Совет депутатов выносились дважды – 16 и 30 ноября. Члены Совета отказались утвердить документ, аргументируя низким уровнем доходной части бюджета и желанием сократить штат администрации из-за больших затрат бюджета на его содержание. При этом депутаты так и не внесли последний вопрос на обсуждение. Мы лишаемся всех федеральных программ, мы лишаемся областных программ. Мы не сможем участвовать ни в каких конкурсных отборах, потому что кругом в каждом заложенном бюджете необходимо. Необходима часть именно местных денег. Но так как у нас не будет бюджета, мы не сможем принимать участие и что-то делать для развития села. В следующем году в поселке по программе поддержки местных инициатив должна продолжиться работа по освещению улиц. Также планируется ремонт школы, идут переговоры по ремонту офиса врача общей практики. Обеспокоенные жители обратились с проблемой к главе региона. Мы будем следить за развитием ситуации. Анна Тищенко, новости Ул-Правда ТВ.